Вот это именины сердца. Сегодня и рэп, и Дуброва. Вот это да, какое вот утро. Это... Эх, держись, как настроение, девчонки? Отличное. Да. Слушайте, у вас вроде русский народный ансамбль, а тут у вас и барабаны, и гитара корейского производства, как нам рассказали, и кларнет русский народный. Как вы все это вместе собираете, микшируете? Ну, мы решили, чтобы наша традиция, русская традиция, перешла... Ну, как бы прошла сквозь время, сквозь века, чтобы мы ее сохранили, нужно идти в ногу со временем. Молодцы! Отлично! Еще рэп-исполнитель должен, русский народный. Обязательно. Ну и потом сфотографируемся на заморский гаджет. Но это будет уже сразу после рекламы. Спасибо большое. Русская народная реклама.